Для того, чтобы безработные граждане могли выйти на пенсию раньше, нужно соблюдать ряд определенных условий. Так, досрочная пенсия устанавливается не раньше, чем за 2 года до наступления пенсионного возраста. Право на получение указанного вида пенсии получают те, кто потерял работу в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, а также сокращением численности или штата работников организации. Основным требованием является наличие страхового стажа для мужчин 25 лет и для женщин 20, а также отсутствие возможностей для трудоустройства. Досрочная пенсия назначается по предложению органов службы занятости. И дальше они направляют безработного человека в Пенсионный фонд Российской Федерации или же заявление сразу отправляют туда в электронном варианте. Но уже с 1 января 2022 года получать досрочную пенсию станет легче, так как не нужно будет подавать заявление в Пенсионный фонд. Как только у безработного гражданина наступит возраст, позволяющий получать страховую пенсию, ему необходимо будет снова обратиться в Пенсионный фонд для назначения или перевода на другой вид пенсии.